Итак, мы делаем по тому же принципу второй ряд лепестков. Вот берем последний нашу ленточку и тоже ее шьем. Вот, мы как же и с тем цветком делаем, затягиваем ее. Но сначала отрезаем. Вот. И тут тоже отрезаем. И тоже их завязываем на узелок. Берем и завязываем. Потом мы его выправим. И еще раз на всякий случай сделаем. Так, отрезаем эти два кончика. Отрезали сейчас. И распрямляем этот цветочек. У нас вышел такой же цветочек, как и этот. Дальше мы должны приклеить вот этот цветочек к большому. Замазываем пистолетом. И приклеиваем его к второму. Приклеили. Дальше мы берем такие штучки. Вот так они выглядят. Я их разрезала пополам. И каждую намазываем клеем пистолет. Приклеим его к цветку, к серединке кончик, где там мы намазали. И прижимаем ручкой. Следующий. Тоже намазываем клеем пистолетом. И приклеиваем к цветочку. Вот приклеили и так далее.
Следующий.